И здравствуйте, да. Это канал Максимадзе и... Короче, Андрей, это у нас 2018. С 2018 года так и не поменял себе ник. Но тем не менее, короче... Вторая серия по летсплею в Майнкрафте. Так я еще один стак хлеба возьму себе. Мы в этой серии планируем хотя бы временный дом поставить нормальный. И начать перемешаться по миру. Искать приключения. У нас и так уже есть временный дом. Надо... Вот я делаю стекла в него, короче. А я ищу уголь. Найду ли я уголь? Давайте думать. Уберем все это в сундук пока. Кирпичи тоже, кстати, в сундук. И сейчас крышу сделаем. У нас теперь... С деревом нет проблем. Мне кажется, потом с едой нет проблем. И я думаю, скоро с булыжником не будет проблем, потому что я планирую в ближайшее время постараться найти алмазы для карьера. Для карьера нужны алмазы? Да. Еще золото, по-моему, надо. Редстоун тоже. В общем, нам надо развить. Богатая штука. Дорогая, точнее. А что, зато удобно. Автоматическая добыча ресурсов. Да, главное удачное место для него еще выбрать. Ну, может быть, прямо на этом же месте поставить. Чтобы его. Дом нам, например, не разрушило и важные элементы. Ну, мы можем вдруг переехать просто на этом месте, поставить здесь. Отлично, теперь у нас есть крыша нормальная. Зачем, правда, так заморачиваться, если мы можем скоро переехать? Ой. Хотя, ладно, нормально, классно. Я не могу найти... Одну панельку не поставил. Я не могу найти... К сожалению, никак. Я не могу найти... Сейчас то... никак. Пора начать искать этого угля. И камень бы нам не помешал. Камень? Да у меня сейчас этого булыжника больше стаков. Я тебе могу дать давай. Камни. Хочешь? Давай. Иди сюда. А как это, чтобы весь булыжник выронить сразу так? Ты что-то сильно много мне кидаешь. Да, забирай весь, мне не жалко, мне еще стак этого булыжника. Я еще диорита могу отдать в добавок. На. Мне не жалко. Так, ну диорит мне вряд ли пригодится. Уберу его пока в сундук, а вот булыжник пригодится запросто. Кирочку сделаю себе каменную. У меня этих кирок ты мог бы попросить, у меня их 5 штук. 6. Классно. Потому что надо развиваться в шахте. Дешевая хилка всегда должна быть с собой под рукой. Еще. Вот. Так, надо искать уголь. Боже, как же это сложно, блин. А, ну два пакса создать пару штук. Ну-ка проверим этот эксперимент. Какой эксперимент? А, нет, у меня земли не хватит. Что ты хочешь сделать-то? Потом увидишь. Интересно, что ты хочешь, правда, сделать, я так понимаю. Лопату надо, короче, еще одну сделать. Вернее, не еще одну, а вообще, я лопату все первый раз делаю. Ну и раз уж камень есть, то почему бы каменную лопату не сделать? Мне нужна земля. У меня есть земля. Слушай, давай здесь реально разровняем площадку, чтобы не друг здесь развиваться. Так, надо вот это... Это смоло сушать надо бы, пожалуй. Еще и так, еще одну сделаем. Так. А у тебя нет случайно этой... Кого? Так, земли надо будет чуть-чуть накапать тоже. Я хочу смолу-то убрать, она мешается только. А, ага, отлично. Теперь земли мне хватает. А что ты хочешь сделать? Ты не понял. Ты хочешь что-то вырастить на крыше? Ну да, ты прав. Вырастить на крыше кое-что хочу. Кстати, не стоит забывать, у нас здесь времена года есть.
Да. Так, нам надо костной мукой еще завладеть в большом количестве, желательно. Ой. Ты огород на крыше собираешься строить? Хочу попробовать дерево посадить на нем. Вырастет ли дерево? Вырастет, конечно, чего нет-то. Вот и попробуем. Только, похоже, земли не хватит. Маловато земли не хватит. Ты же всегда можешь накопать земли. Да. Могу. Я пока смогу Только ночь опять застраиваю. наступает. Опять ночь. Наступает ночь. Мое внимание. Так, значит, сейчас будем. Закрою, ладно, в один блок не буду я париться с закапыванием нормального слоя. Так, пошли быстро спать, потому что жопа Сейчас сегодня. землю до С конца мобами. выкурю. Ты представляешь, какие мы бедные? У нас дом, у нас землянка, блин. Ничего, это временно. Только, ой, еще кусок земли не поставил. И посередине дерева. Блин, упал случайно. Ничего, дерево поставил. Убираем всю эту землю и спать. А, я опять забыл, что я трансформирован. Зачем ты трансформируешься каждый раз? Чтобы не быть недоразвитым этим хреном. Моргенхрен. Ура! На улице светло. Что Да. за звук сейчас был? Я ничего не слышал. А зачем ты на мой скин-то меняешься? Нифига ты как раздвоился-то. Я плохо выгляжу, что ли? Да. Какой У ужас. тебя руки двойные стали. Глюки какие-то. То я тебя каким-то недоразвитым вижу, то ты меня. А я себя вижу нормальным Стивом, и я хочу быть Стивом. Ну ты у меня А Алекс. если... Да, но... Ладно, если... Ладно, если я стану самим собой, я, по крайней мере, самой себя не вижу. О, видите, какой я уродливый. Не знаю, как я у тебя выгляжу, но я выгляжу себя плохо. Ну-ка, посмотри на меня. Ну, как оно? Опа, Ай. все, кирдык. Как я У нормально меня, выгляжу, нет? ну, вы сейчас лучше, А гораздо. у меня убого. Дерево на крыше, это ж надо такого додуматься, блин. Оба! Золото бегающее. А ты хочешь убрать вот эту, ты хочешь убрать Это эту черную смола. главу? Это смола. Но не важно, тем не Кипящая. менее. Тем не менее, где... Блин, где они? Вон где они. Опа. Все, давай, 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 давай. Давай, ПВЕ, ПВЕ. Оба. Давай, давай, оба. Так, отлично, дерево это срубил. А, они меня гасят толпой, меня гасят, меня Кто? зажимают. Сейчас я А. переживу их нафиг. Спасай. Конечно, Давай они. гасить вместе. У меня ползурца! А я его, короче, гашу, он все равно. Он на меня не идет, он все равно бежит за тобой. Ну! Циклоп! О, я Так. убил одного. Оп, И оп. золотишко выпало. Опа, еще золотишко. Прекрасно. А еще Фуф. осколок глаза циклопа. Не знаю, нужен ли он мне будет или Но нет. я в сундук их тупо складываю. Вдруг понадобится когда-то. Не, было бы Давай золото неплохо тоже еще будем в сделать. сундук Было бы складывать пока неплохо что. еще сделать освещение. Надо угля раздобыть. Надо искать уголь. Да. О, что-то растет, смотри, что-то растет, что-то растет. Это прекрасно. Нам надо... Блин, нам надо найти железо все-таки. Железо, ну. Мне бы уголь еще найти, чтобы факела сделать. Ну да, самое главное это Так, жилет, уголь. здесь мы уголь точно не найдем. Надо пещеру нормально найти. Ну вообще в шахтах он есть, конечно, но надо еще правильно раскопать. По сути.
А боже, блин, не хватает. Хочу разровнять здесь территорию немного. О, нифига себе, это же король краб. У него 100 хп. Я бы Хорош. не советовал тебе с ним спорить. Я не буду его пока трогать, я боюсь, он меня убьет. С одного тычка, что С ли? крабами шутки шутить лучше не стоит. Они довольно-таки больно бьются. Так, песок, короче, сюда откладываем. Да ну. Болото. Здесь, короче, камень есть. Может, и уголь здесь найдется. Ну, поищи. Ну, здесь есть маленькая пещерка, но угля я в ней не наблюдаю. Короче, это не годится. Ой, скелет. О, костная мука. Где он? Скелет. Скелет Мазила. Ай, ой, нет, уже не Мазила. Ай, ай, больно бьется. Сейчас за мазилу поди получишь. А чё меч так мало сносит? 5 единиц урона, тебе мало? Он не 5, он даже один, он 2 или 1 даже сносил. Только что. Так, для А, начала это мне только надо что понять, был. где ты ошиваешься. Боже Ну мой. тут в песках, тут пещерки пытаюсь нормально найти. Может там уголек есть. Ай, блин. Так. Вот так, вот так. Оба. Так, 72 минус 200. Если вдруг я увижу саванну, где растут, где много акации растет, я там точку поставлю. Буду возвращаться туда иногда. Так, здесь тоже нет угля. Да что ж ты будешь делать? Так, оба! Я в пустыне. Да ну. Куда ж ты Так, телепортанулся-то, блин? в деревню, в какую-то ближайшую А к как ты, нам. а как ты, а где ты точку туда взял? Команду ввел просто. Ага. Так, во-первых, нам понадобятся кактусы. Это ладно. Да. Опа-на, опа-на, Я опа-на, опа-на. Макс? пытаюсь. Да. Что? Так, сейчас я найду. Мне нужен верстак, срочно верстак. Срочно здесь где-то в деревне должен быть верстак. По-моему, у него должен быть верстак. Нет у него верстака. Зараза. А, Здесь паразиты. очень много темного дуба, но я вообще не вижу здесь угля. Ай-яй-яй-яй-яй, маленький. Ой, господи, как ты глюкнул, сейчас ты крикнул. А это там огурец просто на меня нападает. Огурец? Огурец. Опять. Ну, это червь какой-то там. Где же уголь-то искать, ё-моё? Тут пещеры нету вообще, блин. А, вон там что-то есть. Схожу туда, посмотрю. Так, я пока скажу. Оба, все. Да, У меня начало о, я вижу заканчиваться. уголь. Я не уверен, что Это его тут будет. потрясающе. Я не уверен, что его много будет, но тем не менее. Кстати, заметь, мы ни разу еще с тобой не сдохли. А я, честно говоря, думал, что мы даже в первый день не сможем выжить. Я также думал. Ну, как видишь, у нас что-то получается. Так, здесь ничего еще не созрело. О, по-моему, созрело. Созрело, это прекрасно. Угля все 6 тут всего штук. Сейчас я тырю у жителей, чтобы продать им их же урожай. Сейчас я буду Угля очень мало, заниматься. конечно. 6 Сейчас я штучек буду всего. заниматься обманом жителей. Так Гра делать, конечно, некрасиво. грабить жителей будешь. А я, короче, у жителей сейчас беру их же ресурсы и буду им продавать. Им же. Так, крестьянин. А, вот Как с ним как ты торговать, я не будешь помню. надалбывать. Так, бумагу ты хочешь от Ой, меня, книги. ой, еще, ой, еще уголь. Я там видел, а здесь Опа-на. что-то я не. Опять У пещерка, в меня реально есть которой. идея. У меня есть идея реально.
У меня реально А вот эти идеи. пещерки. О, я нашел железо. Это потрясающе. Раз, Так, два, блин, где три, верстак-то? А? четыре, пять, шесть, семь. Все? Где, блин, верстак? А, пещера глубокая, я пока туда не полезу. Но я здесь точку, пожалуй, поставлю. Пещеру. Пещера. Один. А, ты А, тоже, да, это... так подписываешь А, цифру 1? надо новый. Но вдруг еще пещера будет найдена другая. Я Пещера тоже 1. подписываю. Я цифрами в конце тоже подписываю. Вот так вот. Отлично, здесь будет точка. А пока я выберусь отсюда. Как мне, кстати... А как я выберусь отсюда? Я тут Я не глубоко. знаю. Ладно, выберусь. Опа! Этот знак... Ого, там... Лес горит! Тут лес вообще горит! И, кстати, тыква в виде песочных часов. Это тыквенный паук. Попробовать убить мне его, я не знаю. Ну, Ответы-ка попробуй. силушки богатырской. Блин, у него ХП много, и он очень больно бьется. Нет! Нет! Нет, я лучше сваливаю от него нафиг. Офигеть, он за мной бежит. Он за мной бежит, блин! Он Так, а очень я пока много урожай одним тырю. ударом сносит. Фух. Тут вообще лес горит, ё-моё. Да я знаю, что там лес горит. Ты уже сколько раз Не дай сказал? бог, он еще до нас доберется. Ну, до нас не Да доберется, не конечно. доберется, не ссы. Но было бы неплохо. Так, вообще нам надо запасаться урожаем, я тебе больше скажу. Да. Согласен. Так, оба, ночь, опа, наступает ночь, сейчас будет жопа. Наступает ночь, О, и слушай, я же могу... Я у жителей факелы потырю, короче. я прыгаю по деревьям. Я тырю факелы у жителей. А я прыгаю по Им деревьям. не так надо, как нам. Слушай, может, пустынный храм сейчас найти можно будет. Факелы это, конечно, хорошо. Всегда Так, пригодится, здесь что, может. пусто, пусто, здесь что. Единственное, почему я хочу перейти на новую версию Майнкрафта, снимать летсплей, это потому что можно будет деревню красиво развить, как-нибудь попробовать. Ну, там Это единственное. модов мало поддерживается. Вот в чем проблема. Ну, там Divine RPG нам того же самого хватит. Ну и карьер какой-нибудь поискать, и все. Базовые моды есть уже. О, еще железка. Отлично. Мы же не собираемся супер-мега-сборку ставить пока что. Да, супер-мега-сборку я и сам не люблю. Я люблю что-то сильно ненавороченное. Ну вот, я уже Так, отлично. Я предложил ТП ей. шнусь на хом точку. Телепортироваться. И... А, твою мать. Что Я случилось? только заспаунился возле дома, взорвался крипер возле меня. Боже, как так-то, а, Макс? Так, надо срочно сделать факела и осветить дом. У меня уже и факела есть, так. Так, ТП. Так, я же правильно? Да, все правильно. Вот так, хотя бы теперь здесь светло будет. Так, я нашел чуть-чуть ресурсов нам. Я нашел нам алмазную конскую броню, Макс. Отлично, давай подрыхнем. Сейчас я ведро создам только. А, На кстати, всякий, чтобы было. я должен железо плавить поставить. Я нашел ботиночки. Я 9 штук собрал. Молодец. Это немного. Ой, сундук-то уже забивается. Ну что, давай поспим. Ты уже ботинки себе сделал. Ну ты красавчик, блин. Ведро есть, это хорошо. Я. О, алмазная Я за конская лавой броня собираюсь даже. идти, чтобы мы не пережигали просто так. Так, шерсть. Это цветок, это тоже семена, да.
Гнилая плоть, не знаю, нафиг, пусть будет у меня дверь. Минус 400 поставлю, я хочу не так в пустыне оказаться вообще. Минус 400? Да, я за 200 блоков от деревни, я тебе больше скажу. Опа, я нефть нашел, я нефть нашел. Ну ты красавчик. Я нашел нефть. Молодец. И что мы с этой нефтью будем делать? Ну вообще развиваться мы собираемся. Блин, какой же недоразвитый. Так, напомни, как там пользоваться этими метками. А, вот, пошел. Стрелять. Так, все, нефть. Все, нефть я записал. А, ты так. Точку поставить хотел? Да, все, нефть записал. У нас есть нефть теперь. Точнее, место спавна этой нефти. Так, это уже прекрасно. Да, у меня место спавна этот, короче, дыра, потому что здесь крипер бомбанул. Закопать перед... Яму да. Закопать нужно. Это кто? Так, это безопасный кактус. Оп. Так, это тоже безопасные кактусы. Опа-на! Еще одна постройка. Макс, у нас еще будет хлеб. Какое счастье. Я закопал яму. Это прекрасно. Ну, я знаю, конечно. Опа, овечки. А у меня меча нет никакого. Опять этот червь. Блин, боже, спасите меня. Так, я думаю, надо отправиться на поиски этого. Опа, еще одна солома. Ни хрена. Хотелось бы мне акационный лес найти. Ой, это саванна. Акацию? Да. Пойду теперь в другую сторону. Парам-пам-пам, парам-пам. Блин. А, кстати, я железо ставил палить, надо достать его и меч из него сделать. Железный. Оп, все, я в деревне снова. Так, я планировал пилить лаву в ведрах. Так, лава. Оп, все, я стырил лаву нам. Один блок, правда, лавы, чем ведерко. Блин, а заберу я сундук сразу с нами, а? С собой. Пусть будет у меня. Все, что... Я забираю все, что плохо лежит и не приколочено к полу. И то, что не приколочено к полу, то и забираю. Классно. Деревня, говоришь? Ну-ка я тебе тпшну сейчас. ТП... Андрей... Там же можно табом просто выписать слово до конца, ты чё? Ладно, я уже все равно написал. Ух ты, ничего. Ты нашел замечательную деревню, я должен тут точку поставить. Вот я хочу пустынный храм найти, вот что я больше. Ой, блин. Пустынный храм, это было бы неплохо, да. Да. А ты, кстати, уголь, получается, нашел же, да? Нашел, но его было немного совсем. 6 штучек всего. Так, здесь пустыня заканчивается, начинает, да? Так. Опа, тростник сахарный. Он нам понадобится. Размножать будем тростник. Потому что без тростника будет грустно. Ай, больно. Так, нам еще надо... Ай-яй-яй, Макс, спасай. Я спасаю. Я не знаю, где ты вообще. О, заборчик валяется. Да, блин, ты сундук уже забрал отсюда. А, слушай, это вот заборчик очень нужен был бы. Сделаем. Вот заборчики забирай. Он тут один. Блин, всего. Вот. Ну вот у меня тоже заборчик есть некоторые. А, можно. Кстати, можно с колодца взять заборчик. Все, я еще точку замутил. Пью, так. Так. Опа, паук с песочными часами. Так, валим отсюда.
Я бы хотел убить его, но он очень больно бьется, и у него много хп. Ну я просто не вырежу, у меня меча нет вообще. 7 штучек забора. Блин, вот здесь, вот еще здесь много забора. И лестницу можно еще, кстати, украсть. Мы с тобой разбойники, которые пытаются выжить, короче. А что это такого? Хочешь жить ими вертеться? Грабим жителей, да. Вообще, я бы хотел бы потом в будущем это из серии к серии переходить на более новую версию, чтобы можно было деревню развивать как-то. Там, кстати, жители в новых версиях более полезны. Это, наверное, мы будем делать только если какой-нибудь новый летсплей уже замутим потом. Новый? Где все сначала начнем, потому что с этой на другую версию приходить очень... Блин, топорик сломался, рискованно. Почему? Может, ну, если мы из модов что-то тут понастроим, оно может пропасть просто взять. Так что я не хочу на другую версию приходить. Ну, пока так и с вами тогда. Да. Я лестницу еще пособираю тут. О, еще заборчик. Заборчик пригодится для фермы, например. Блин, вот мне в новой версии нравится тесанное бревно. Очень красиво получается из него постройка какая-нибудь. Да, помню, но я никогда им не пользовался, тесанным бревном. А я обожаю лишь ошкуренные называется точно. Ну, короче, сам прикол в том, что очень красиво получается строить из него. Блин, он без чё? Места в инвентаре у меня нет, серьезно? Черную шерсть. Нафиг с пляжа. У нас в сундуке уже место скоро закончится, надо будет делать новый сундук. Ну, у нас еще есть эти моды на Iron Chest. Кстати, слушай, давай Iron Chest попробуем сделать. Ну надо немного повременить, у нас железа сейчас немного. Я накопал 18 железа всего лишь. А, ну 18 неплохо, я всего 79 штук накопал и сделал себе меч и кирку из них. А, блин, слушай, я же не знаю, где у нас дом. И у меня точка там стоит, я могу туда... Можешь это, ты понеси, я там точку себе тоже поставлю. Я хочу только убить одного из жителей. А зачем? Чтобы скин заполучить. Себе его. Только, понятно, как, правда, только какого бы цели выбрать? Белого или этого? Коричневого? Вот этого. Белый это библиотекарь. Коричневый это, по-моему, просто крестьянин. По-моему. Нет, они все крестьяне в этой версии. А. Это то есть вот, да? Так, на этот пока урожай тырю. Надо расторговывать их. Урожай, так, да, это неплохо. Но у них не очень-то доразвитый урожай еще здесь. Ну я тебе больше скажу, что... О, вот, я вижу, я акации вижу. Я вижу акации, я туда сбегаю, поставлю точку и вернусь. Ладно. Акации потому что нашел. Эти деревья мне очень нужны будут для так, дома. Это крещение. Так, кто мне нужен-то, собственно говоря? О, я курицу. Мне, по-моему... Так, это... Так, ты мне нужен, нет? Так, а, ты мясник. Так, ты кто? Оружейник. Уголь. Угольные изумруды. Так, вот так, здесь я ставлю метку. Так, ты мне нужен. Новый маркер. Блин, а фермеров нету в этой версии, что ли? Так, понятно, это вообще фигня какая-то. Акация. Оба! А, это лаза соответствующий выдала. Так, хрень вообще. Блин, слушай, а знаешь, какой прикол? Я только сейчас ты заметил. Вот ты, мы играем по сети, а я хамачи не запускал. Норм, чё? А как? Он у тебя включен все равно. А, опа, был. Впереди живой кактус. Блин, да где у кого-нибудь? Ой, нет, я не буду трогать его, он ужасный, и у него 80 хп. Боже, у кого-нибудь верстак есть в этой деревне? Боже, в чем, блядь, проблема? А? Картошка есть. Я только две штучки собрал пока.
Ладно, я пока возвращаюсь домой. Так, домой как вернешься, мне скажи, я Я пешнусь. уже тебя пошнулся. Так, я к тебе. Давай. И точку поставишь здесь. Так, сейчас я точку. Так, заборчик в сундук пока. Все, красота. Есть точка. Ой, Ха, что ты прикольно, это делаешь? даже звук жителя. Ну да. Если О, я буду слушай, у меня тоже пауком, например, картошка будет есть. звук паука. Давай поспим. Ну сейчас, подожди. У тебя еще картошка есть? Ну, я хочу опыт немного пособирать. Я Так, тоже, я блин. две картошины добыл, поэтому давай я две возьму себе. Ну, ты... я в сундук складываю, ты чё? Ну. Не ссы, компот. О, у тебя хп... Так, я в сундук дальше. Кину я, ладно. Так, ладно, давай спать тогда. А, кстати, я же сундук обещал тебе притащить домой, смотри. Только лучше бы ты его поставил не сюда. А Я куда? сейчас сам поставлю. Ну ладно, ставь куда Вот здесь хочешь. пусть будет. Давай. А, я трансформирован. Я все время забываю. Да ты трансформируйся. Так, я сейчас железо кину, ладно, на переплавку. Только ты не забирай, я хочу опыт починить Давай, чуть-чуть. давай, я спать уже лег, давай. И предлагаю на этом снова закончить серию. Тоже довольно-таки успешная получилась серия. Я нашел локационный этот пастбище. Саванну. Ой, пастбище хотел сказать. По саванну. И буду, наверное, в следующей серии уже буду добывать там акационные доски для нового красивого дома. Акацию. С вас, Акус, подписывался на эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримский канал, влоговый канал, вступайте в ВКонтакте. И всем пока! Пока.